следующую лекцию на нашем фестивале науки прочтет Ковалев Юрий Юрьевич, астрофизик, доктор физмат-наук, член-корреспондент Академии наук, заведующий лабораторией Физического института Академии наук. Его лекция – наш лучший космический разведчик «Нейтрино». Прошу вас, Юрий Юрьевич. Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, мы поговорим с вами сегодня о нейтрино. Почему ученые до дрожи в руках хотят разобраться, что же это за частицы, как они рождаются во Вселенной и откуда они из Вселенной приходят к нам на планету Земля. Как мы все понимаем, сегодня лекция проходит немножечко необычно, и мы попробуем вместе с вами, хоть это и нетривиально, собрать вопросы. Соответственно, есть специальный модератор, который соберет ваши вопросы для меня. Соответственно, когда вы смотрите, у вас есть возможность комментировать, и в ваших комментариях есть возможность задавать вопросы. Давайте попробуем. Получится, получится. Нет, ну что ж поделать. Пишите в комментариях свои вопросы, мне их модератор перешлет, и я в конце лекции попробую, если все сложится удачно, их увидеть и на некоторые из них ответить. Поехали. Итак, непростая история появления нейтрино. У нейтрино действительно сложная судьба. В начале, в конце 19-го, начале 20 века, в начале 20 века, когда была открыта, собственно, радиоактивный распад атомов, один из вариантов этого распада, так называемый бета-распад, приводил к следующему. Атом какого-то вещества превращался в другой, и при этом вылетал электрон. И, соответственно, вот если мы с вами посмотрим на это простое выражение, вот у нас есть какой-то первый атом, второй, в который он превратился, в результате бета-распада у нас вылетает электрон, и мы можем, сравнив энергию получившегося атома с тем, который был, однозначно предсказать, с какой энергией должен у нас вылететь электрон. Замечательно. Ученые уже в начале 20 века умели измерять энергии вылетающих электронов, они измерили, и, как это ни удивительно, вот посмотрите на этой картиночке, красным, да, вот по горизонтальной оси у нас отложена та самая энергия электронов, вылетающих при бета-распаде, которые ученые измеряли. Красная палка показывает ту энергию, которая ожидалась. Да, это была разница между энергиями первого и второго атома. И, как это ни удивительно, энергия электронов не соответствовала, ну, в общем-то, предсказанию, тривиальному предсказанию теории, основанному на предположении о том, что закон сохранения энергии работает. Это была реально громадная проблема. Непонятно, что происходило. И бывали очень разные гипотезы, были высказаны очень разные гипотезы, включая гипотезу о том, что закон сохранения энергии в микромире не работает. Вольфганг Паули в 1930 году предположил, что должна существовать какая-то легкая электрически нейтральная частица, которая уносит эту самую энергию. В результате, вот мы измеряем в результате бета-распада энергии электронов, вот видите, да, вот этот график показывает разнообразие всех энергий, которые мы можем измерить, и вот фактически вот эта вот разница между ожиданием и законом сохранения энергии и тем, что измерено, как раз и объяснялось, было предложено Вольфгангом Паули объяснить эту разницу наличием какой-то легкой частицы. При этом известно, что Вольфганг Паули достаточно скептически отнесся к этому своему открытию или предположению, к этой своей гипотезе. Он назвал ее чуть ли не самым своим бесполезным открытием или гипотезой, которую он сделал, потому что для него, как для теоретика, было крайне важно, чтобы можно было проверить сделанное предсказание, сделанную гипотезу. Так вот, он утверждал, что проверить ее невозможно из-за того, что эта частица с
А, электрически нейтральная, Б, очень легкая. Он оказался, к счастью, неправ. Но об этом чуть позже. Прошло всего несколько лет после предположения Вольфганга Паули, и в 1934 году Энрико Ферми уже разрабатывает стройную теорию бета-распада, предполагая, вводя новый тип взаимодействия между элементарными частицами, так называемый слабый тип взаимодействия. И он предположил вот фактически вот в рамках этой стройной теории бета-распада, что вот мы можем рассмотреть ее на примере бета-распада нейтрона. Вот нейтрон распадается, и, соответственно, значит, у нас улетает протон, у нас улетает электрон, и у нас улетает антинейтрино. Вот фактически именно Энрико Ферми и вводит название нейтрино, то есть маленький нейтрончик, маленькая электрически нейтральная, очень легкая частица. В 1965 году Коэн и Райнс впервые детектируют нейтрино, источником которого служил ядерный реактор. Это отдельная интересная история, как эти эксперименты проводились. Скажу, что только не вдаваясь в подробности, что вначале коллеги даже предполагали использовать для этого не ядерный реактор, а подорвать небольшую ядерную бомбу. Нейтрино, и я решил вынести это даже в название лекции для астрофизиков, является чуть ли не самым ценным разведчиком во Вселенной, потому что нейтрино подвержено только легкому взаимодействию и гравитационному. Нейтрино может пройти, во-первых, выйти из глубин практически любого объекта во Вселенной и пройти гигантские расстояния во Вселенной, не будучи отклоненным в результате своего движения по Вселенной никаким магнитным полем, потому что электрически нейтральное, и в результате нейтрино может нам принести информацию о том объекте, который нейтрино смог родить. Несколько примеров, которые я хочу обсудить на данном слайде. Начнем с Солнца. На Солнце происходят термоядерные реакции, мы хорошо об этом знаем, водород превращается в гелий и дальше. Фактически именно термоядерные реакции являются источником тепла. Термоядерные реакции на Солнце являются источником тепла и энергии, благодаря которому мы с вами живем на Солнце. Так вот, прямую информацию, прямую возможность проверки о том, что на Солнце действительно происходят термоядерные реакции, ну или практически прямую, дала нам именно нейтрино. Дело в том, что для нас, для астрономов, внутренние области Солнца не видны. Никакое излучение оттуда выйти не может. Однако нейтрино достаточно легко, то самое нейтрино, которое было рождено в результате термоядерных реакций в глубинах Солнца, вполне легко и непринужденно вышло из глубин Солнца и добежало до планеты Земля. Вот многие из вас, я думаю, слышали, потому что очень часто используется такое выражение, когда мы вспоминаем про нейтрино, нам приходит в голову следующая информация, что каждую секунду, включая то самое время, которое вы сейчас смотрите эту лекцию, каждую секунду через каждого из нас проходят триллионы солнечных нейтрино, совершенно никаким образом с нами не взаимодействуя. Вот это те нейтрино, которые приносят нам информацию о термоядерных реакциях на Солнце. И в скобочках вы видите, что за детектирование солнечных нейтрино, за подтверждение термоядерных реакций на Солнце в 2002 году была дана Нобелевская премия. Нейтрино оказалось замечательным, опять же, произведенное Солнцем, оказалось замечательным способом проверки так называемой стандартной модели. Это теория, которая описывает взаимодействие, описывает элементарные частицы и взаимодействие между ними. В рамках этой так называемой стандартной модели, которая в частности предсказал и бозон Хиггса, про него уж слышали точно все, масса нейтрино строго равна нулю. А тут такая штука. Нейтрино бывают разных типов, на самом деле трех типов.
И в случае, если нейтрино одного типа может по дороге от Солнца к нам превратиться в нейтрино другого типа, это называется красивым словом нейтринной осцилляции. Это может происходить только при условии, если масса нейтрино не равна нулю. И эти нейтринные осцилляции, то есть превращение нейтрино одного типа в нейтрино другого типа, были открыты, за что была дана Нобелевская премия в 2015 году, и фактически это доказало, ну, плохо сказать, ошибочность стандартной модели, но это показало, в каком направлении стандартную модель необходимо развивать дальше. Говоря про сверхновые звезды, при взрыве сверхновной звезды внешние, да, знаем, термоядерные реакции, проходят, когда в конце концов у нас остается железо, и дальше уже термоядерные реакции происходят неэффективно, и гравитационное сжатие звезды уже не может быть компенсировано излучением, которое идет из недр звезды. И вот в результате этого происходит гравитационный коллапс, внешние области звезды разлетаются в рамках из-за этого взрыва, внутренние сжимаются и превращаются при определенных условиях в нейтронную звезду. Так вот, вот этот коллапс и образование нейтронной звезды, вот в результате коллапса рождается громадное количество нейтрино. И это нейтрино от одной из сверхновых звезд было зафиксировано нами на Земле. Был тоже очень красивый результат, который продемонстрировал, что мы правильно, подтвердил ученым, что мы правильно понимаем, что происходит при взрывах сверхновых звезд во Вселенной. Как вы видите, нейтрино действительно наш самый ценный разведчик, наш очень большой друг во Вселенной, позволяющий не только проверять те или иные наши гипотезы, но получать просто фундаментальную информацию про объекты Вселенной. Итак, напомню, нейтрино – один из типов, да, элементарных частиц, это лептоны, слабые гравитационные взаимодействия. Итак, они могут образовываться. Они могут образовываться в атмосфере планеты Земля при бомбардировке космическими лучами. Они могут образовываться в ядерных реакциях, например, на Солнце или в ядерных реакторах на Земле. Они ядерных или термоядерных. Да? Они могут образовываться в сверхновых звездах. Они даже могут образовываться при большом взрыве, о чем сегодня о, собственно, начальных стадиях рождения Вселенной рассказывал сегодня Валерий Рубаков. На слайде приведены разные уровни энергии от нейтрино, которые образуются при тех или иных процессах во Вселенной. Однако сегодня в этой лекции я поговорю про нейтрино экстремальных, высочайших энергий. На уровне там, сотен тераэлектрон-вольт, петаэлектрон-вольт, единичка с громадным количеством нулей, намного более энергичных, с намного большей энергией, чем все другие процессы, о которых я вам сейчас рассказал. С чем бы это сравнить? Вот, мне очень нравится сравнение массивных частиц, например, протонов, которые прилетают из Вселенной на Землю, бомбардируют атмосферу Земли, и мы исследуем их с помощью специальных установок. Вот самые энергичные протоны, самые энергичные ядра, которые прилетают и которые мы в состоянии регистрировать на Земле в результате их взаимодействия с атмосферой, вот их энергии можно сравнить с шайбой, да, шайбой, которая была заброшена в ворота, пусть будет канадцев сборной России на чемпионате мира по хоккею. Ну вот нейтрино экстремальных энергий все-таки с шайбой сравнить никак не получается. Мои коллеги, которые занимаются астрофизикой частиц, сказали, что ну вот максимум, что ты можешь сказать и не очень наврать, это ну сравни нейтрино экстремальных энергий с маленькой капелькой дождя. Ну, коллеги, что есть, то есть. Маленькая капелька дождя – это те самые нейтрино экстремальных энергий, о которых сегодня мы разговариваем в лекции.
Почему они нам так важны, почему они нам так интересны? Дело в том, что единственный способ, которым можно родить нейтрино очень высоких энергий, это если при их рождении, в их рождении участвуют протоны, разогнанные практически до скорости света. А протоны, напомню я вам, как-никак в 1800 раз массивнее электронов. Это означает, что если мы на Земле детектируем нейтрино, приходящие из космоса, вот на этих уровнях энергии, это означает, что не только на Земле Григорий Трубников построил ускоритель Ника, о чем вы сегодня слышали. Этот ускоритель как раз и построен для того, чтобы разгонять протоны практически до скорости света. Но это означает, что и во Вселенной каким-то образом были построены, рождены объекты, системы, которые могут разгонять очень массивные частицы, протоны, до таких гигантских энергий, до скоростей, практически равных скорости света. Это жутко интересно. И если такие нейтрино действительно достигают Земли из космоса, это означает, что эти ускорители есть, и это означает, что мы опять можем использовать наш любимый разведчик нейтрино для того, чтобы разобраться, что же это за объекты во Вселенной. Итак, гипотеза, высказанная нами. Первое. Надо проверить, существует ли нейтрино экстремальных энергий, приходящих к нам из Вселенной. И мы знаем это как результат работы нейтринных наземных телескопов. Такие нейтрино действительно есть. А раз они есть, давайте разберемся, что же это за объекты во Вселенной их рождают, что же это за объекты во Вселенной ускоряют протоны до скорости света, и далее из протонов у нас появляются при соответствующих взаимодействиях элементарных частиц, у нас благодаря наличию протонов экстремальных энергий рождаются подобные нейтрино. Итак, была высказана гипотеза, что ключ, подобными космическими ускорителями, подобными космическими суперколлайдерами являются квазары. Далекие галактики, с одной стороны, похожие на нашу, с другой стороны, ну, не очень. Да? Вот, вспоминаем, на этой неделе была дана Нобелевская премия за черные дыры. И ее половинка отошла практически экспериментаторам, наблюдательным астрофизикам, которые благодаря измерению параметров орбит звезд, вращающихся вокруг центра нашей галактики, ну, практически, если упростить, в рамках школьной физики, смогли измерить массу центрального объекта в нашей галактике. Хоть Нобелевский комитет не рискнул назвать это черной дырой, они назвали это компактным супермассивным объектом в центре нашей галактики. Подавляющее большинство ученых считает, что это черная дыра. Так вот, эта черная дыра имеет массу, как измерили наши коллеги, теперь Нобелевские лауреаты, около 4 миллионов масс Солнца. Вокруг нее особо ничего интересного не происходит. Ну да, есть какая-то пыль, газ, там всякие звезды болтаются. Но, в общем, ничего очень активно на нее не падает, ничего очень активно не врывается. Ну, такая самая, что есть спокойненькая галактика наша с вами. Ну и такая же в центре черная дыра. Однако существуют и другие объекты во Вселенной. Много более примечательные галактики, которые мы называем активными. И у них в центрах... вернулась ко мне мышка. У них в центрах находятся черные дыры уже массами миллиарды масс Солнца. Если вы хотите послушать про черные дыры побольше, через неделю в рамках программы фестиваля науки 0+, у нас будет специальная лекция. Следующую субботу, да, именно субботу, у нас будет целая секция, посвященная астрономии. Приходите виртуально, послушайте про черные дыры. Так вот, эту черную дыру подпитывает окружающий ее диск из пыли и газа.
Большая часть падающей материи попадает под горизонт событий и бесследно там для нас исчезает, и примерно 1/10 часть ускоряется как раз вот до скоростей близкой скорости света и вырывается наружу. Так, попробуем. Ага, вот. И вырывается наружу в виде вот таких вот узких струй вещества. Для того, чтобы это было видно еще лучше и еще более красиво, я приготовил для вас небольшой фильм. Сейчас я попрошу наших коллег их показать. А, вот, смотрите, полетела у нас на нас черная дыра. Черную дыру мы с вами видим в самом центре. Вот тот самый диск из пыли и газа, его внутренние части достаточно ярко светятся, материя падает на центральную черную дыру и вот вырывается наружу. Понятно, что это не, а может быть и не очень понятно, поэтому я должен вам признаться, мы покажем несколько раз, спасибо большое. Это, конечно же, не фильм, который мы построили с помощью наших телескопов. Мы настолько здорово еще фильмы снимать не умеем. Это еще разочек, да, если можно, покажем, может быть, даже пару раз. Это рисунок или это фильм, рисованный нашими коллегами под диктовку астрофизиков, которые считают, что мы понимаем, как же работают квазары. Здесь все правда или почти правда, вот эта вот рекламационная ударная волна. Единственное, что здесь нарисовано, чего вы не можете увидеть глазиком, это вот эти вот спиральки, это фактически магнитное поле, вдоль которого двигается, понятно, что силовые линии магнитного поля глазом не видны, вдоль которого двигается вот эта разогнанная плазма. И до сегодняшнего дня мы считали, что вещество, которое разогнано в этом джете, в этой струе горячей плазмы, представляет из себя электроны. И, в общем, больших сомнений в том, что квазары, центральные машины квазаров могут разгонять электроны, у нас не было. А вот что касается протонов, вспоминаем, в 1800 раз более массивные. На самом деле вопрос очень большой. Итак, высказана гипотеза, что вот эти вот электромагнитные пушки, далекие квазары, в состоянии разгонять до громадных энергий и громадных скоростей не только относительно легкие электроны, но и массивные протоны. И все мировое сообщество ринулось проверять эту гипотезу. Давайте вернемся обратно в презентацию. Спасибо. Давайте несколько слов посвятим тому, каким же образом ученые, возвращаемся снова на презентацию. Нашим коллегам в зале, похоже, очень понравился фильм, но мы с вами потом после лекции его еще несколько раз посмотрим. Так, все-таки обратно к слайдам. Как же детектируются космические нейтрино? Это совсем не тривиальная задача, и было придумано много способов за прошедшие, скажем так, десятки лет, ну или, может быть, полвека, и все они звучат, на самом деле, в первом приближении достаточно безумно. Ну, задачи, которые решают наши коллеги, занимающиеся нейтринной астрономией, ну, действительно, извините за эти слова, срывают башню. Первый метод, который я хочу немножечко проговорить, так называемый радиохимический. Обсужу я его на примере боксанского галлий-германиевого эксперимента, галлий-германиевого нейтринного телескопа. В рамках данной идеи используются ядерные реакции для того, чтобы регистрировать нейтрино. И вот нейтрино энергиями сотни килоэлектрон-вольт такими методами можно зарегистрировать. Если я ничего не напутал, надеюсь, что нет, это как раз фотография с боксана, как раз вот этого самого галлий-германиевого телескопа. А теперь представьте, в этот телескоп или в эту установку закачано 50 тонн чистого галлия. Если я по памяти не вру, в течение года происходит накопление данных. Наши коллеги ждут. После чего специальными методами, в которых я ничего не понимаю, из 50 тонн чистого галлия, в которых находится 10 в 23 степени атомов, выделяют около 50 атомов германия. О нет, не за год, у меня все-таки написано, чтобы я вас не обманул, за месяц экспозиции. То есть за один месяц ожидания при пролете нейтрино
через вот эти вот баки с галлием из-за взаимодействия нейтрино с атомами галлия рождается 15 атомов германия. И наши коллеги в состоянии, обработав эти громадные объемы галлия, выделить 15 атомов германия. Вот таким образом производились детектирование нейтрино энергии на уровне килоэлектронвольт. Не верится, но это реально работает. Сложность этого метода связана с тем, что вы на самом деле не можете сказать, в какой момент времени пришло ваше нейтрино. Да? Вот вы, собственно, сколько времени ожидаете, сколько у вас экспозиции, столько и будет, и вы точно сказать не можете ни направление, откуда пришло на самом деле, ни момент времени. Второй метод сцинтилляционный. Значит, этим методом можно регистрировать нейтрино уже энергией мегаэлектронвольты. И такой телескоп тоже есть на Баксане у Института ядерных исследований. Там идея в следующем. Прилетает нейтрино, отдает свою энергию электрону. От последнего, от электрона происходит вспышка у молекулы специального сцинтиллятора. И дальше у вас стоят фотоэлектронные умножители, специальные детекторы, которые просто-напросто регистрируют эту вспышку. И благодаря этому вы можете, кроме всего прочего, сказать, в какой момент времени пришли эти ваши нейтрино. И, если я не ошибаюсь, именно таким методом была зарегистрирована вспышка нейтринного излучения от сверхновой 1986 года. Помните, я рассказывал сегодня раньше о том, что при коллапсе сверхновой звезды рождается громадное количество нейтрино. Вот, собственно, удалось увидеть несколько нейтрино, причем, если я правильно помню, даже не больше, чем одним телескопом, то ли два, то ли три телескопа нейтрино на Земле одновременно увидели эти нейтрино, и фактически мы этим смогли связать нейтринную вспышку со вспышкой нашей сверхновой звезды. И черенковский метод, самый важный для нас с вами сегодня. Так этим методом можно регистрировать нейтрино, о которых сегодня у нас лекция. Это энергии гигаэлектронвольты, тераэлектронвольты, петаэлектронвольты. Черенковский метод заключается в следующем. Нейтрино пролетает через вещество. И тут такая штука. При пролете через вещество, взаимодействуя с этим веществом, рождаются заряженные частицы. Ну, пусть будут электроны. И эти заряженные частицы летят дальше через вещество со скоростью, примерно равной скорости света в вакууме. Ну, понимаете, почему? К нам прилетели нейтрино из далекого космоса, высокоэнергичные. Собственно, в чем проблема, значит, в результате взаимодействия с веществом на Земле сгенерить заряженную частицу, которая летит со скоростью света в вакууме? Собственно, ничему не противоречит. Но штука заключается в том, что скорость света в веществе оказывается меньше, чем 300 тысяч километров в секунду. И при этом происходит так называемое черенковское излучение. И специальные детекторы регистрируют это черенковское излучение, излучение Вавилова-Черенкова, коллеги из института, в котором я работаю. И, собственно, благодаря регистрации этого излучения, те же самые фотоумножителями, получают, собственно, все получают. Получают момент времени, когда пришло нейтрино, получают, снова фильм, давайте мы его убьем раз и навсегда, спасибо. Ничего страшного. Но это означает, что система хочет чувствовать, что что-то в квазарах действительно есть такое уникальное. Да? Это тот самый разум, да? Искусственный интеллект. Смотрите, мы регистрируем момент времени, когда пришло нейтрино, направление, откуда пришло нейтрино, и энергию, с которой пришло нейтрино. Фактически все, что хотят ученые. И существует сегодня два вот выдающих телескопа, в картинке из которых я привожу на этом слайде. Слева фотографии замечательного телескопа, который называется Байкал ГВД, находится на озере Байкал. И наши предыдущие два лектора сегодня, Григорий Трубников и Валерий Рубаков, как раз и работают в тех институтах, Объединенный институт ядерных исследований Дубна
и Институт ядерных исследований Москва, которые, собственно, являются основными заводилами, основными строителями, эксплуатантами этого телескопа. Соответственно, используется вода, в воду опускаются гирлянды вот таких вот фотодетекторов, и они регистрируют то самое черенковское излучение при прохождении нейтрино через воду. Другой вариант – использовать лед. Соответственно, на другой стороне Земли, на Южном полюсе, наши американские и европейские коллеги используют лед, соответственно, они бурят во льду скважины, опускают туда свои гирлянды фотодетекторов, потом заливают из скважины водой. И, соответственно, таким образом регистрируют черенковское излучение от нейтрино в примерно кубическом километре льда на Южном полюсе. Есть плюсы и минусы и того, и другого подхода. Значит, и те, и другие защищаются сверху льдом и водой, потому что сверху приходит громадное количество разных частиц из атмосферы Земли, и они могут нас запутывать. Поэтому мы защищаемся от того, что происходит сверху льдом и водой, и фактически используем планету Земля снизу под нами для того, чтобы отфильтровать все остальные частицы. Все остальные частицы, приходящие к нам из космоса, они, собственно, погибнут внутри планеты Земля. Единственные, кто смогут пройти через Землю, это нейтрино. Соответственно, фактически и Боксанский телескоп нейтринный, и Ice Cube, который находится на Южном полюсе, регистрируют нейтрино, который для них приходит из-под Земли. Лед более прозрачный. Поэтому в этом смысле эффективность использования льда выше, с одной стороны. Но с другой стороны, неоднородность льда выше. Поэтому точность определения направлений, откуда приходит нейтрино, у ледового телескопа оказывается хуже. Ну и еще один есть большой плюсик. Вода позволяет чинить, если что-то сломалось, обновлять, менять вашу конфигурацию. Лед, ничего же не сделаешь, что залил, то залил. Так, попробуем вернемся назад. И теперь, собственно, вы поняли, откуда мы получаем наши данные. Мы получаем их вот от этих телескопов. Байкальский нейтринный телескоп только-только сейчас вводится в эксплуатацию, поэтому он только-только начинает выдавать данные про нейтрино сверхвысоких энергий. Ice Cube работает последние 10 лет, поэтому вот выдающийся результат, который он дал, это он уже показал, что действительно нейтрино экстремальных энергий приходят к нам из космоса, из далекого космоса. Не дать не взять, его результат. Большущие молодцы, ребята. Однако, какие объекты генерят эти нейтрино, не очень понятно. Последние десяток лет наши коллеги, то, как мы это называем в науке, искали нейтрино, ну, как бы под фонарем. Что это означает? При рождении нейтрино, та картиночка, которую я показывал в начале лекции, но не очень надолго акцентировал на ней внимание, при рождении нейтрино благодаря релятивистским протонам, то есть протонам, которые разогнаны до скорости света, рождаются не только нейтрино, также рождается гамма-излучение. Это очень энергичное излучение. Напоминаю, самые длинные волны радио, инфракрасное, потом еще короче видимый свет, еще короче инфракрасное излучение, рентгеновское излучение. При него сегодня была замечательная лекция про излучение Вселенной в рентгеновских лучах от Рашида Сюняева. И самое высокоэнергичное, самое коротковолновое излучение – это гамма-излучение. Так вот, при рождении нейтрино, высоких энергий, обязательно рождаются гамма-фотоны. Соответственно, десяток лет наши коллеги старались сравнивать информацию о том, когда и откуда приходит нейтрино, с результатами наблюдений Вселенной в гамма-лучах с замечательным космическим телескопом НАСАвским, который называется Ферми. Не первый раз, кстати, использую сегодня эту фамилию я в лекции. Сейчас это как-то... В начале лекции был человек, сейчас это не пароход, но телескоп. Так вот, вы видите картинку неба в гамма-лучах, которая была получена там, за 5 лет. Этот телескоп практически уже десяток лет, даже больше наблюдает, выдает на гора великолепные результаты. И вот точки, которые вы видите, вот это вот как бы яркая эта плоскость нашей галактики, точки, которые вы видите за плоскостью галактики, это, скорее всего, как раз те самые яркие квазары, яркие в гамма-диапазоне. И народ пытался вот проверять гипотезу. Ну хорошо, если эти самые квазары рождают нейтрино высоких энергий,
разгоняют протоны, рождают нейтрино, тогда должна быть связь между излучением квазара в гамма-лучах и нейтрино. И этой связи не нашли. Более точно, за 10 лет был обнаружен один единственный случай, когда IceCube зарегистрировал нейтрино очень высокой энергии, и вот красненьким, если я не ошибаюсь, ну-ка, ошибаюсь или нет, ну пусть будет, да, красненьким, обозначен кружок ошибок, то есть кружок на небе, откуда пришло это нейтрино, и в нем оказался квазар с таким звучным названием 0506 плюс 056. Маленькому принцу бы очень понравилось. Который, по данным космического телескопа Ферми, вспыхнул в гамма-диапазоне в то же самое время. Сразу была организована нашими коллегами пресс-конференция Национального научного фонда США, но вы же понимаете проблему. 10 лет телескоп наблюдал, и за 10 лет практически было найдено только одно подобное совпадение. Вообще говоря, ну, вы же помните, если долго сидеть значит, на берегу реки, известно, что рядом с вами проплывет. Если долго смотреть на небо, то рано или поздно вы такое совпадение найдете просто-напросто потому, что вам повезло. Поэтому у многих наших коллег, вообще говоря, возникали обоснованные сомнения в том, что это значимая связь, хотя, в общем-то, коллаборация IceCube провела очень, очень неплохую работу для того, чтобы доказать, что это действительно так. При этом, глядя на красивую карту Вселенной в гамма-диапазоне, вы можете задать вопрос: так, а что ты вообще полез к квазарам? Посмотри, какая яркая плоскость галактики. Может быть, нейтрино вообще имеют галактическое происхождение? Но нет. Так называемой галактической анизотропии не наблюдается, то есть мы не видим, чтобы приходящие нейтрино лежали преимущественно вот в плоскости галактики. Поэтому нет, это что-то должно быть обязательно приходящее из далекого космоса вне нашей галактики. Что придумали мы? Идея, на самом деле, была достаточно безумная. Мы сказали: ну хорошо, ребят, ну вообще говоря, логично, да, ну вот там рождаются нейтрино, гамма-излучение, надо искать там, ну, но давайте попробуем, а, собственно, почему бы и нет? Давайте возьмем результаты наблюдений квазаров, которые приходят не из вот этого высокоэнергичного диапазона, да, гамма, а наоборот, из радио. Ну, вроде чушь, конечно, какая-то. Но понимаете, какая штука? Именно в радиодиапазоне мы, радиоастрономы, имеем совершенно уникальную возможность исследовать центральные области далеких космических объектов, в частности квазаров, потому что именно мы научились использовать сети телескопов, которые мы называем радиоинтерферометрами. Более того, эту идею придумали и предложили советские ученые больше полувека назад, Матвиенко, Карадашов и Шеломицкий. Вот объединяя эти телескопы вместе, мы в состоянии разглядеть и исследовать самые центры, ядра далеких квазаров. Мы сказали: ну раз мы можем, почему бы не попробовать? Мы попробовали и сравнили результаты поимки самых энергичных нейтрино IceCube и результаты наших многолетних наблюдений квазара. В общей сложности вот мы работали с громадной выборкой квазаров. Все ярче там, определенного предела попали в наш анализ. И вот результат, который у нас получился. Смотрите, вот это вот фактически все небо. Серыми точками вы видите далекие квазары. Вроде бы более-менее однородно они распределены по небу. И голубеньким обозначены кружки ошибок, откуда к нам пришли нейтрино высоких энергий. Звездочки на данной картиночке демонстрируют квазары, которые попали внутрь кружков этих самых ошибок. И самые любимые из них мы вот подписали теми или иными именами. Так вот, оказалось совершенно неожиданно для нас, что квазары, которые попали в кружки ошибок нейтрино, ярче, чем остальные в исследованной нами выборке. То есть каким-то образом квазары знают, откуда из космоса к нам приходит нейтрино, и самые яркие из них предпочитают сидеть именно в этих направлениях.
Достоверность этого результата, того, что самые яркие квазары предпочитают на небе те самые места, откуда приходят нейтрино сверхвысоких энергий, 99.8%. Надо признаться, что, проводя этот анализ, нам пришлось очень глубоко залезть в кухню телескопа Ice Cube. Мы, честно говоря, беспокоились, что нас коллеги размажут по стенке, потому что, помните, я уже рассказывал в лекции и обращал внимание на то, что лед, зараза, неоднороден. Поэтому в зависимости от того, из какого направления в тот самый кубический километр льда прилетела нейтрино, неоднородность льда в разных направлениях разная. И поэтому будут некоторые дополнительные сдвижки, ошибки в определении направления, откуда пришло нейтрино. И нам пришлось дополнительно оценивать эту величину, она оказалась равна полградуса. Позже, общаясь с коллегами из проекта Ice Cube, нам сказали на удивление, вместо того, чтобы, да, ребятки, гуляйте-ка, вы ничего не понимаете о том, как работает наш телескоп, и выдумали вы эти ваши полградуса для того, чтобы натянуть ваш результат. Нам было сказано, вы знаете, возможно, вы придумали наилучший способ оценки наших систематических ошибок, сравнивая ваши квазары и с радиоастрономами с направлениями, откуда у нас пришли нейтрино. Но это не все. Понимаете, какая штука? Вообще-то, нам нужны экстремальные условия для того, чтобы разогнать протоны до скорости света, для того, чтобы придать им такую энергию. Логично предположить, что это происходит в те моменты времени, когда квазары вспыхивают, когда их ядра, области, близко, находящиеся близко к центральной черной дыре, находящиеся вот в самом начале этой электромагнитной пружины, которая ускоряет и выталкивает заряженные частицы наружу. Вот именно когда происходят вспышки излучения, логично предположить, что придет будет рождено нейтрино, и мы его увидим. И мы решили это проверить. Более того, не буду вдаваться в детали, но чем выше частота, на которой мы наблюдаем в радиодиапазоне квазары, тем прозрачнее центральные области активных галактик. Соответственно, если и есть связь между вспышками радиоизлучения и моментами, когда рождаются нейтрино, мы ожидали их увидеть, это фактически высказанное нами предположение, мы ожидали их увидеть для наиболее высоких радиочастот наших наблюдений. И здесь нам не нужно было далеко идти. Мы воспользовались результатами наблюдений российского телескопа, который называется «Ротан-600», находится в Карачаево-Черкесии, кстати, недалеко от Баксана, в специальной астрофизической обсерватории. На нем последние 10 лет, даже еще больше, около 1000 квазаров мониторились, то есть регулярно производились измерения уровней их излучения. И вот здесь фотография Ротана, такое колечко диаметром 600 метров. Когда закончится это кошмарное, вирусное время, можете смело съездить туда на экскурсию по дороге в Архыз или из Архыза. Так вот, мы увидели следующий результат. Посмотрите. Те самые квазары, которые находятся в направлениях прихода нейтрино, вот эта красненькая кривая показывает, что именно в моменты времени прихода нейтрино, вот в нолик мы поставили момент времени прихода нейтрино, у них происходит вспышка радиоизлучения. Действительно, оказывается, что их излучение выше вспыхивает, они вспыхивают именно тогда, когда нейтринный телескоп регистрирует приход этих самых нейтрино сверхвысоких энергий. Причем, опять же, как мы и предсказали, как оно и должно быть, мы видим это именно на самой высокой частоте наблюдения Ротана. В данном случае это 20 ГГц. Это был действительно потрясающий результат. Не буду скрывать, мы получили громадное удовольствие, потому что мы сначала получили результат номер один по сетям телескопов, предсказали, что должно быть с Ротаном, взяли ротановские данные и вот получили на гора то, что мы видим на экране. Более того,
Скажу, что этот результат был получен в начале 2020 года. Время идет, тема очень горячая. Наши коллеги уже выложили в открытый доступ статью, которая проверила наши эти результаты и подтвердила их на основе данных американских и европейских телескопов. Что это значит? Что означает, собственно, полученные нами результаты? Это означает, что галактики с яркими компактными ядрами действительно производят нейтрино высоких энергий, те самые далекие квазары. Мы исследовали преимущественно блазары, то есть это галактики, выбросы плазмы, которых направлены прямо на нас. Откуда мы об этом знаем, спросите вы? Так нам помогли эти самые радиоинтерферометры, сети радиотелескопов. Дело в том, что они видят наиболее яркое излучение, естественно, они регистрируют наиболее яркие и компактные квазары. А плазма, которая разогнана центральной машиной активных галактик, она выглядит для нас ярче в том случае, если летит в нашу сторону. Этот эффект называется эффектом релятивистской аберрации. И я произношу эти два слова не просто так, а для того, чтобы, если вам интересно прочитать про это поподробнее, вы могли бы в поиске набрать, и вот в Википедии есть статья про релятивистскую аберрацию как на русском, так и на английском языке. Представляете себе относительно простую штуку, если у вас сгусток есть плазмы, который излучает и стоит на месте, или двигается с такой относительно небольшой скоростью, он будет во все стороны излучать одинаково. Если же он двигается со скоростью близкой скорости света, то фактически все излучение будет сконцентрировано в направлении его движения. Соответственно, фактически мы в результате наших наблюдений на радиотелескопах и радиоинтерферометрах отобрали те самые джеты, те самые струи квазаров, которые смотрят на планету Земля. Соответственно, выводы, которые мы делаем, что происходит? Протоны ускоряются центральной машиной активных галактик вдоль видимого нам выброса плазмы. Рожденные ими нейтрино летят туда же. А куда им еще лететь? Протон летит со скоростью света, взаимодействует, все, туда же летит. И далее, через миллиарды световых лет, благодаря тому, что с нейтрино ничего произойти не может, этот протон может легко улететь в другую сторону. Он не электрически нейтральный, да, у него положительный заряд, и в магнитном поле галактики он может отклониться куда угодно. А нейтрино пилит через миллиарды световых лет до нашего нейтринного телескопа. Что дальше? Ну, во-первых, конечно же, эти результаты нужно проверять. И этим мы занимаемся прямо сейчас. Кроме этого, теперь зная, где копать, что действительно далекие активные галактики, квазары, в состоянии ускорять протоны до скоростей света, в состоянии рождать нейтрино экстремальных энергий, мы можем отвечать на такие непростые вопросы. А как же ускоряются протоны? Это Григорий Трубников знает, как у него Ника работает, он ее сам построил. А мы квазары не строим, мы их только наблюдаем. И вот теперь в результате фактически связки нейтринной астрономии и электромагнитной астрономии мы сможем разобраться с вопросом, как же ускоряются протоны в этих космических суперколлайдерах, квазарах. И нам, конечно же, хочется разобраться все-таки в подробности, как это происходит. Я не говорил об этом сегодня в деталях. Нейтрино могут образовываться в результате взаимодействия протонов и гамма-фотонов. Нейтрино могут образовываться в результате взаимодействия двух протонов, и оттуда есть связка на возможные протонные джеты, что все еще звучит экстремально и достаточно безумно и нереалистично для большинства астрофизиков, потому что разогнать громадное количество протонов все-таки до скорости света – это очень сложно. И в этом нам помогут российские и международные радиотелескопы «Ротан-600» и сети международных интерферометров вместе с IceCube и телескопом «Байкал-ГВД», который как раз в настоящий момент выходит на свой запланированный полный режим работы и фактически начинает выдавать на гора в активном режиме информацию про нейтрино сверхвысоких энергий, которые прилетают к нам из Вселенной. Дорогие друзья, вот я постарался закончить за 50 минут, и сейчас мы посмотрим, пришли ко мне какие-то вопросы или нет. Сейчас посмотрим, что у нас с вами получилось. Спасибо большое за внимание. Да, я должен был сказать спасибо.
Первый замечательный вопрос. Можно ли получать электроэнергию из нейтрино? Напоминает мне вопрос, который задал президент нашей страны, о том, можно ли нейтрино вооружить. Меня уже научили, что нужно отвечать на этот вопрос «можно», но это будет стоить очень дорого и займет очень много времени. На самом деле, конечно же, из нейтрино электроэнергию получать нельзя. Кроме всего прочего, нейтрино электрические нейтральные. Может ли нейтрино двигаться со скоростью выше скорости света? Нет, на сегодняшний день, хоть очень много усилий было приложено, этот один из основных постулатов, фактически основной постулат, как общий, так и специальной теории относительности, стоит, значит, нейтрино двигаться быстрее, чем скорость света, не может. Я понимаю, откуда пришел этот вопрос. Не знаю почему, мне почему-то сложно удается объяснить, я еще учусь, черенковское излучение. Еще раз, дорогие друзья, скорость света в вакууме примерно 300 тысяч километров в секунду. Это максимальная скорость, с которой может распространяться материя или информация во Вселенной. Скорость света в вакууме. При этом скорость света в том или ином веществе значительно меньше. Соответственно, если вы пустите свет, скажем, в атмосфере Земли, в воздухе, в воде, скорость света будет значительно меньше. Так вот, Черенков получил Нобелевскую премию за открытие излучения, которое рождается, и это излучение фактически в видимом свете оно приходит. Такие всполохи, очень короткие всполохи света. Излучение, которое происходит при следующей ситуации, когда заряженная частица, например, электрон, двигается через вещество со скоростью, которая выше, чем скорость света в веществе, но при этом все еще, конечно же, не выше, чем максимальная скорость света в вакууме. Так, следующий вопрос. Ну, я прочитаю ответ на этот вопрос, я не знаю, но я считаю, что вопрос замечательный, поэтому тем, кто его задал, громадное спасибо. Я обязательно воспользуюсь им для того, чтобы упасть на хвост нашим дорогим коллегам из Института ядерных исследований из Дубны. Дело в том, что мы с 2020 года вместе реализуем так называемый крупный научный проект, который называется «Нейтрино и астрофизика частиц». Его научным руководителем является как раз Валерий Рубаков, который выступал до меня. И поэтому у меня есть такая голубая мечта. Я надеюсь в какой-нибудь из зимних периодов наняться на работу к коллегам, каким-то лаборантам, поехать на озеро Байкал. А почему именно в зимний период? Потому что именно зимой озеро Байкал замерзает, и на толстый лед можно вывести тяжелую технику и, собственно, работать с телескопом. Так вот, вопрос был задан следующий. А живут ли в Байкале организмы, которые обладают биолюминесценцией? Если да, то мешают ли они определению нейтрино? Ответ на этот вопрос я не знаю, но я могу предположить. Дело в том, что всполохи вот этого самого черенковского излучения, они очень короткие. Поэтому, честно говоря, любое излучение от любого биоорганизма, оно будет иметь намного совсем другую временную характеристику. Оно будет значительно медленнее меняться во времени, соответственно, всполохов тех масштабов времени, очень коротких, которые мы ожидаем от черенковского излучения, все-таки, скорее всего, от биоорганизмов мы не ожидаем. Был вопрос про массу нейтрино. Вы говорите, нейтрино очень высоких энергий, значит, рождаются из квазаров, значит ли это, что у регистрируемых нейтрино равная масса? Ну, честно говоря, вот про массу нейтринные телескопы ничего сказать не могут, и мы не можем. Мы знаем, что у нейтрино достаточно маленькая масса, честно говоря, на память я даже вам не скажу, какая, простите, пожалуйста. Мы не знаем, какая масса нейтрино, мы знаем, что она отлична от нуля. Сколько нейтрино регистрируется от одного квазара в день? Громадное спасибо за вопрос, потому что он мне помогает сказать несколько слов, про которые я забыл рассказать во время доклада. Всего за 10 лет Ice Cube зарегистрировал около сотни нейтрино сверхвысоких энергий на уровне сотен терэлектронвольт, петэлектронвольт. И это нейтрино, которые были нами отобраны по следующим
характеристикам. Во-первых, очень высокие энергии. Во-вторых, кружок ошибок на небе от этого нейтрина должен быть относительно маленьким. Мы его ограничили цифрой в 10 квадратных градусов. Вот подобных событий за 10 лет было 56 штук всего. Телескоп MyCube зарегистрировано. При этом, и это дополнительный, что ли, такой бонус, о котором сегодня я на лекции не рассказывал, скажу вам, что нейтрино более низких энергий на уровне десятков тераэлектронвольт IceCube регистрирует громадное количество. За 10 лет было зарегистрировано чуть ли не там больше 100 тысяч штук. Какие-то из них пришли из далекого космоса, какие-то фактически рождены в атмосфере, или это просто мионы, которые были рождены в атмосфере. И как раз этот результат, который наша группа получила в течение последних пары месяцев, оказалось, что и нейтрино вот энергии в десятки тераэлектронвольт мы видим, кучкуются вокруг тех областей на небе, где находятся яркие квазары. Вот нейтрино энергии десятки тераэлектронвольт IceCube зарегистрировал, ну, как минимум десятки тысяч. Нейтрино энергиями сотни тераэлектронвольт, петаэлектронвольт, ну, вот, грубо говоря, сотни за 10 лет. Ну что, по времени давайте мы будем уже закругляться. Вроде бы больше мне никаких не передали вопросов. Дорогие друзья, спасибо вам большое. Не болейте.